Сегодня в селе Лобаново Айыртаусовского района Северо-Казахстанской области в Высшем многопрофильном колледже «Зенеп» проходит интереснейшее мероприятие – первый лыжный переход тропой Самата-Мусина. Переход был через лес, через 7 километров. Это тропа, по которой ходил чемпион Азии, чемпион СССР, чемпион Казахстана Самат-Мусин. Здорово, погода хорошая, пробежались по лесу, природа замечательная. Сегодня по инициативе Высшего многопрофильного колледжа «Зенеп» организовали такое мероприятие хорошее, лыжный пробег, посвященный Самату Мусину, нашему известному лыжнику. Хочется, чтобы чемпионы были, чтобы как мы с Саматом участвовали на чемпионате мира, азиатские игры, показывали результаты. Ну, это начало только, поэтому... Успехов всем. Самат Мусин кезінде осы елде мектеп бітіріп, осы училищенен тамамдаған, одан шаңғы спортымен айналысып, спорт шеберлігін алды. Одан кейін бұрынғы совет үкіметінің құрама командасының мүшесі болған. Союздың атынан көп жарыстарға қатысты. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағы бар. Ол біздің бұрынғы Көкшетау облысы Арқалық өңірінде болмаған. Жалғыз-ақ мақтанышымыз осы Самат бауырымыз еді. Жатқан жері жайлы болсын, иманы жолдас болсын.